часа 3 или 4 гуляем, да? Я уже со счета сбилась. Мои ноги стерты уже по колени, хочется ей сказать. Но я поворачиваюсь и говорю: конечно, моя милая, я готов гулять еще столько же и умножить это на 10. Милая, ты не жалеешь, что не остался смотреть футбол, а пошел со мной гулять? Конечно, жалею. Меня там ждут пацаны, пиво, атмосфера. Но я поворачиваюсь и говорю: ой, ну что я там не видел, а? Время, проведенное с тобой, бесценно. Так здорово, что столько развлечений в парках. Кстати, тебе не тяжело? Такое ощущение, как будто я везу слона, который весит тонну. Но я поворачиваюсь и говорю: ты моя пушиночка, готов катать тебя вечно. Дорогая, это тебе. Господи, да лучше бы ты настоящие цветы дарил. А то дарит 2 раза в год, на 8 марта и на день рождения. Хочется мне ему сказать. Но я поворачиваюсь и говорю: такая прелесть. Так это что такое, а? Опять всякой херни наешься, а потом животик будет пучить. Ну так футбол же, как без чипсов. А что, футбол потом твой желудок вылечит, а? Ну так-то ты права. Давай я лучше тебе кашку сделаю, а, мой хороший, давай. Носки чистые надел? Да. Ну-ка давай. А ну пошел быстро, надел чистые носки. Да блин, я их не нашел просто. Давай-давай. Мой маленький, поздоровливай. А, меня реально это достало. Че ты со мной обращаешься, как будто я тебе дитё? Ну быстро, Лёха, только что чай с мёдом выпил. Таблеточки все выпил, которые врач прописал? Да меня реально достало! Я мужик! Ай, ну и что ты сделала? Отбил себе грудь. Пойду мазь принесу. Оу! Что, мой маленький? Поставь мне мультик, я уснуть не могу. Поехали в парк-то гуляем? Конечно, погнали. Не, я не поеду на машине, не хочу в пробках стоять. Поехали тогда на такси. На такси тоже пробки, я поеду на метро. А я поеду на такси. А я поеду на метро и доберусь быстрее. А я поеду на такси и доеду быстрее, спорим? На 10 тысяч. Давай. О, наконец-то! Как так ты первый-то приехал? Вся Москва стоит. Десятку гони. Не, ну в чем секрет-то? Расскажешь? Да нет никакого секрета. Просто на такси по выделенке проехали и все. Блин, ну это нечестно. Я вообще планировал по магазинам пройтись. Сорян, дорогая. Спор дороже денег. Блин, проси, что хочешь. Засунь их себе знаешь куда? Кошелечек? В жопу! Засунул. Что-то скучняк какой-то. Слушайте, а сейчас в кинотеатрах выходит новый фильм. Называется «Ты водишь». Там взрослые мужики играют в салки. Может, тоже сыграем как в детстве, но только по-новому. Подожди, а это как? Кабасалли, тот выполняет странные задания на бегу. Так, ты считаешь? Шишли, мышли, сопли, вышли, ты водишь! Вот там девушка бежит. Тебе нужно лизнуть у нее мороженое, но нельзя убрать в руки. Давай! Девушка, здравствуйте. А, можно у вас лизнуть мороженое, но держите его в руках. Потому что я проспорил, можете меня выручить. Спасибо. Ты водишь. Ты должна подбежать к парню, к любому, и начать диалог на непонятном языке. Удачи. Спасибо. Ты водишь. В общем, задание тебе. Тебе нужно съесть борщ на бегу, не заплатив за него. А теперь твоя очередь выполнять этот челлендж. Ты увлекаешься музыкой? Да, я очень люблю Майкла Джексона. И вообще мне все говорят, почему мой голос слушает весь мир. Он реально так классно поет. Да? Поставлю запись. Поколочь нас не стали! Это не я. Да ладно, что ты круто поешь. Скажи ему надо на Евровидение. Так, Лиза, шуруй свою комнату, быстро. Хочешь секрет? Конечно, хочу. Представляешь, чародей мы с какими-то бабами в сауну ходили. Ой, да что тут такого? Не бери в голову. Ты сказал, что ты вчера в 9 вечера лег. Ну так все и было. Но у меня другая информация. Лиза, опять ты всякую ерунду про меня наговорила. Ой, да я просто рассказала ей свой сон. Она все не так поняла. Ой, смотри, это Регина. Интересно, две назад расстались. О, это Карина. Такая девочка хорошая была. Даже не знаю, почему разошлись. А это Любка. Я большая грудь. Так Димке нравилась. Ладно. Девчонки, что делаете? Ничего мы не делаем, знаешь что? Пошел ты в жопу! И ты туда же! Что произошло? Ой, да психова, наверное, какая-то. Опять ты херню будто наговорила, блин. Господи, как дети? Надо. Я тебе что, баба, губы красить?
Вообще-то губы обветрились, дай мне эту свою херню гигиеническую помажу. Ты ж не баба. Да, я. Просто мы об этом никому не скажем, хорошо? Как вы ей мажете, херня какая-то. Я себе такой классный крем для рук купила. А ну дай. Сколько? 1000 рублей за крем для рук? Ну ничего ты не понимаешь. А чем ты мажешься? Да крем какой-то валялся, решил руки уложить. Дим, ты что, охренел? Весь мой тюбик на себя использовал. Сама же говоришь, что у меня руки грубые стали. Дима, да я про физическую силу. Ну, значит, не так понял. Блин. Ну и нафига ты это делаешь, все равно не поможет. Че это мне не поможет? Ну-ну. Где твоя эта хрень от прыщей? Надо прыщу брать. Она же не помогает. Ну тебе же помогла. В общем, сейчас дам, и прыщ пройдет. А если не дам, девчонки меньше пялиться на него будут. Не дам. Дашь мне, как миленькая. Ночь. Ну ты просрочен на 3 дня. Я тебя так хотел. Алла, ты хочешь йогурт? Да. Класс. Че, это нормальный йогурт? Да вкусный, нормальный. Ну, тогда я тоже попью. Фу, прокисло, что ли? Алла, ты молоко будешь? Да, налей. Ну, на ней проверим. Ну, че, как это там, молоко, это живот не крутит? А че он должен крутить-то? Че ты сразу, я просто переживаю. За себя. Дима, будешь картошечку с грибами? О, конечно, давай. Милый, ну откуда я знала, что грибы испортились? А почему тогда с тобой все в порядке? Милый, ну организм-то у всех разный. Меньше будешь меня просроченными продуктами кормить, скотина. Ну как, вкусно? Очень вкусно. Очень-очень вкусно. Но я бы добавил сюда помидорки и посолил бы как следует. О, может, красивая футболка? Ой, очень тебе идет. Прям очень. Но большевато. Смотри, какие реснички себе сделала. Ой, супер просто. И вырез глаз у тебя прям шикарный. Но длинные. Смотри, смотри, какие ноготочки я сделала. Красивые, красивые, красивые. Ой, какие шикарные, а, и цвет такой яркий. Но я бы сделал другие. Какие? Другие. Дорогая, скажи, что у тебя шикарный мужчина. Ну не мужчина, а находка, а. Слушай, ну сиськи у тебя больше, чем у бабы. Живот толстый, жопа полоская, а писька могла бы быть и побольше. Так что хрен знает. I'm falling in, I'm falling down. Малыш, моя бабушка сегодня работает с ним. У нас есть несколько часов. И ты меня понимаешь, да? А, крутяка, где бабушка живет, напомни? Записывай. Улица. Блин, бабки закончились. Блин, телефон сел. Мне срочно нужен Wi-Fi. Сейчас во всех парках и на остановках сделали бесплатный быстрый Wi-Fi. Здорово же? А на остановках вообще телефоны заряжать можно. Давай, включайся, мой дорогой, включайся. Ты мой родненький. А какой, говоришь, адрес? Выезжаю. Да, бабуль. Внуча, на работу сегодня не пойду, дома остаюсь. Надо срочно позвонить Диме. Абонент временно заблокирован. Че говоришь, посудомоечную машину купили? У нас тоже есть, он стоит, моет. Ты что, охренел? Да ты круче посудомоечной машины моешь. Вообще-то ты комплимент был. Слушай, тебе так сейчас это платье идет. Все честно? Да реально, ты на сколько поправилась? На 3-4 килограмма. Вот сейчас прям идеально. А вот до этого как на вешалке висела. Спасибо тебе большое, опять мне настроение испортил. Ал, ты сейчас так смеялась, у тебя носик вот так завернулся. И все волосики было видно. Это так мило. Чего, блин? Ну я тебе комплимент сделал. Идиот, блин. А, и я тут ради нашей любви пошел на необдуманный поступок. Прыгнул с парашютом и написал мое имя в небе? Нет. Тогда я сдаюсь. Я сделал интимную стрижку. Алла, идиот. Да что не так, это же комплимент был. А мне нравится. Алла, Алла. И так читается.